в Новый год без долгов. В Одинцовской налоговой инспекции прошла пресс-конференция, посвященная предварительным итогам 2021 года. По сравнению с 1 января 2021 года задолженность снизилась на 1 миллиард 196 миллионов рублей. Снижение задолженности обеспечено за счет применения мер принудительного взыскания. Так, в 2021 году налогоплательщикам было направлено 67 418 требований об уплате налогов на сумму 628 миллионов рублей. Погашено по требованиям добровольно 455 миллионов рублей. Кроме того, проводится работа по взысканию задолженности в судебном порядке. Акты, полученные из судов, направляются на исполнение в подразделение службы судебных приставов. Основными налогами, которые формируют бюджет, остаются НДС – 19 миллиардов рублей, НДФЛ – 27 миллиардов рублей, налог на прибыль организаций – 10 миллиардов рублей, страховые взносы на обязательное социальное страхование – 25 миллиардов рублей. В налоговой инспекции напомнили – заранее проверить наличие задолженности и погасить ее в добровольном порядке до наступления Нового года. Для уплаты можно воспользоваться электронными сервисами на сайте ИФНС России или в почтовых отделениях. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».